Сегодня в рубрике «Депутатская неделя» основные решения, принятые комиссией по экономическому развитию, и итоги внеочередной сессии городского совета депутатов. На сессии была назначена дата проведения публичных слушаний по поводу внесения изменений в устав города. Слушания состоятся 5 декабря в 18:00 в Малом зале администрации Красноярска. Тем временем на комиссии по экономическому развитию депутатам представили отчет об исполнении программы социально-экономического развития Красноярска до 2020 года. Впереди формирование бюджета 2013 года. Проанализировав итоги исполнения программы, депутаты смогут точнее понимать, в каком направлении будет развиваться город, каким сферам стоит уделить особое внимание в следующем году. Кроме этого, депутаты заслушали и после обсуждения поддержали предложение администрации города Красноярска о расширении категории арендаторов, пользующихся льготами по арендной плате за землю на период строительства. Эти предложения были разработаны по поручению комиссии по экономическому развитию. Специалисты администрации города предложили расширить список тех, кто сможет пользоваться льготным расчетом арендной платы для привлечения частных инвестиций в развитие ряда отраслей города. Это те сферы, в которых обеспеченность населения объектами инфраструктуры отстает от нормативов. Предложено к этой категории отнести арендаторов, которые используют землю, например, для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 50 тысяч квадратных метров и более, для строительства крытого бассейна, теннисного корта или стадиона, парка культуры и отдыха, детской музыкальной или художественной школы. Для всех этих категорий арендаторов рассчитают значение коэффициента. Депутаты продолжат работу над этим проектом. На сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Наш телефон 202-47.